Белом доме указали на неэффективность ядерной сделки с Ираном. Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого шестеркой международных посредников: Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия, в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки. По словам Шаха, цель переговоров с Ираном и КНДР похожа – предотвратить приобретение неблагополучным режимом ядерного оружия. Однако, по его словам, сделка с Ираном была полна недостатков с самого начала. Она не остановила Иран от получения ядерного оружия в конечном итоге. Она не остановила Иран от поддержки терроризма во всем регионе и дестабилизирующей деятельности, сказал представитель Белого дома. И это действие показывает, что Иран не является доверительным актором. Они занимаются дестабилизацией региона. И во время СВПД, совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе. И с момента объявления президентом о выходе из сделки, эти последние провокационные действия являются еще одним примером, почему Трамп принял решение вывести США из СВПД, подчеркнул Шах.